Thank you.
разных городах. Говорите, вот есть такие ребята из Москвы. Послушайте их. А вообще, это Антон Хабибулин. Антон Хабибулин. За ним Виктор Лушников. Виктор Лушников. Лушников. И Сергей Ке. Ке. Петр Рыбшин. Как это волшебники прямо из Манхэттена. И мы очень рады вас видеть. Классно, что вы пришли. Как Парвиха Лакшми Вилладж понадобится вот такая музыка. Вот мы сегодня мы деньги тратим, мы их не зарабатываем. А на корпоративах мы деньги зарабатываем. Ну, все музыканты зарабатывают деньги на корпоративах. И что обычно на корпоративах происходит? Обычно там мы одеваемся как пингвины, белые с черным. Вот. И играем такую музыку, под которую удобно кушать. Вот. А тут произошел просто какой-то исторический момент, когда мы такие, типа, там все отваливаются, и мы решили, а давайте отошлем просто наш альбом. И сказали, о, это то, что нам надо. Так что, друзья, может быть, мы наконец-то стали богаты, я не знаю. Пожелайте нам удачи. А сейчас мы для вас сыграем новую композицию, которую, ну, как обычно, мы никак не назвали. Она называется «Что петь, ты там начинаешь». Как вам там? Все слышно? Нормально? Точно, да? Все хорошо? Вот Илья нас сегодня спасает. Огромное тебе спасибо. Да, друзья, если есть какие-то пожелания, то все вот туда.
Ксюша, давай с нами спой. Вот, мне очень нравится так, как бы вот так подлавливать людей, которые случайно оказываются, или специально оказываются на наших концертах. Специально, не специально. Специально, не специально. Ксения. Здравствуйте. Раз. Можно меня сразу немножко в мониторчик добавить? Да. Я сразу предупреждаю, я буду петь с телефоном, потому что я плохо знаю текст. Да. Мне стыдно, но зато я не буду сочинять слова на ходу, и моя совесть будет чиста.
Скажите, они прекрасные, да? Да! Да, это что-то так. Вообще сегодня какое-то такое настроение модальное. Погода меняется, и давление, старость ощущается в данный момент. Ну правда, я кепку ношу, потому что я лысый. Герь не даст соврать. И поэтому мы сейчас сыграем для вас композицию, которую мы давно уже не играли. Это композиция «Колоссус». Thank you.
Пётр Ильшин. Пётр Ильшин. Сергей Геев. Антон Тимибулин. Виктор Лужников. Когда вернулся. Дальше. Счастье. Мы сейчас сыграем композицию, которую Петя очень полюбил в последнее время, так как у него нету хай-хета. Да. Раньше я не знаю, где-то нет. Вот он все на ней пробует разные партии барабанные. Вот, сейчас это будет композиция под названием Daft Fantasy. Что это посвящение группе Daft Punk, но это не так. Но там только вокодер, только из-за этого. Только из-за этого.
Thank you.
спасибо, друзья. В принципе, это заканчивается. Видите, надо уходить. Ладно, давайте сделаем так, чтобы Петя опоздал на следующую работу. Давай, ты просто начинай собираться, как за 9. Друзья, хочется для вас спеть страшную композицию, которую мы что-то давно не играли. Ты помнишь? Мы ее помним. Мы сейчас для вас сыграем композицию, которая называется «La Church in the Wild».
классно. И там был такой момент офигенный, когда она выходит к краю сцены, и такая, тут цветы, везде цветы. И она так делает, искупайте меня в овациях. Спасибо, друзья, спасибо. Thank you.
Спасибо огромное. Спасибо огромное, что у нас есть. Спасибо, что вы пришли. Теперь приходите 6 апреля за бесплатно в Юба. Все, друзья, до новых встреч. Спасибо.